Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. Сестрички Лай. Вы нас уже давно просили, чтобы мы показали вам наш вечер. Чем же мы занимаемся вечером? Сейчас у нас каникулы, так что у нас будет вечер на каникулах. Ну что, поехали. На часах у нас почти 8 часов вечера. Чем же обычно я занимаюсь в это время? Если у меня школа, то я в это время делаю уроки. Обычно на каникулы нам ничего не задают, но здесь нам задали. Это математика, мне нужно решить несколько страничек. Так, беру карандашики и начинаем решать. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I... Ну что, я решила, две странички на сегодня хватит. Сейчас я хочу себе стереть лак и накрасить заново, потому что оно слезает. Здесь у меня все для ногтей, это наклеечки. Тут у меня даже есть накладные ногти, но они у меня уже заканчиваются. И здесь вот такие вот стразики красивые. И сейчас выберу, каким лаком я накрашу. О, смотрите, он блестит. Таким я еще не красила. Я еще взяла вот такой. Так, все, я стерла ноготочки, теперь буду красить. О, вот, а вот. Сверху я еще крашу блесточками. Но они у меня почти не попадаются. Чем же я занимаюсь в это время? Я только вчера начала играть в Майнкрафт. Обычно я играю в Fortnite, а теперь мне интересно играть в Майнкрафт. Я себе тут построила домик, я просто с подружкой, она сегодня ко мне приходила. Она свой домик сделала, но она его не закончила. Вот там вот свой домик, а вот этот мой. Ну, он снаружи не такой красивый, но внутри он лучше. Также я люблю слушать музыку, но не знаю какую. Мне нравится слушать музыку и рисовать. Ну а я в это время люблю поваляться на моей супер мягкой кроватке. Включаю светильник и смотрю какой-нибудь интересный фильм или сериальчик. Обязательно достаю своего хомячка. Ики! Ой, тут у него домик упал. Проверяю, если есть корм, водичка. Тебе надо ее найти. Вот она всегда прячется. Ой, смотрите, стала наша принцесса. Она спала, я ее разбудила. Костики, Куся, смотрите. Смотрите, ноготочек какой. У него очень длинный. Ногти. Вот идешь. Все, на тебе нельзя. Да стой. Все, пора идти домой, Джунь. Жунька. Иди кушать вкусняшку. Иди. На тебе мини. Водички ей хватает, и корм тоже. Мы решили немножечко перекусить. Брыка-брыка. Перед сном. Мама тут испекла блинчики. Половину уже все съели. Смотрите, какая у меня есть маленькая нутелла. А у меня есть маленькое варенье. Посмотрите, моя баночка, и посмотрите, у Ксюши баночка. Ну, это вкуснее, чем моя. Меньше. Теперь я буду мазать свой блинчик. Ай-яй-яй. Только на один блинчик хватит. Ага. Почему я ложечку взяла, я не знаю. А это вообще хватит на один блинчик? Чего, смотри? Это вообще не хватит на один блинчик. Блин. Я эту баночку 100% поставлю, потому что баночка хорошая. А блин. Мой блинчик готов. Это моя змея. Так, ну а теперь можно немножечко подурачиться, покувыркаться, а потом посидеть, почитать какую-нибудь интересную книгу. Обычно я читаю какие-нибудь комиксы или фантастику. Скоро нам нужно ложиться спать, и я сейчас хочу принять душ. Пока у меня есть время, я хочу поиграть в Among Us. Берем вот этот. Так. Кстати, кто еще не подписан на мой игровой канал, подписывайтесь. Я там играю в Among Us. Начинаем. Сыграю еще разочек. Сейчас мы будем делать масочку. Делаем мы не каждый день маску, но сегодня этот день. У нас масочки одинаковые. One step forward and another back. I will never try to fool you. Все, теперь нужно подождать, пока оно высохнет. Все, наши масочки уже подсохли, теперь снимаем. Ой, я люблю. Это немножко больно. Зачем вообще маски делать? Ой, нет, она мне поломалась. Заметили,
купили мне новая зубная щетка. Ультратихая чистка с ультразвуковой технологией для лучшего удаления пятен и зубных бактерий между зубами. Также у нее есть быстрая магнитная зарядка через USB. 2,5 часа полной зарядки в течение 30 дней. Также можно заряжать с помощью телефона. Щетка водонепроницаемая. Очень легко пользоваться с помощью одной кнопки. Щетку очень легко носить с собой, потому что она очень маленькая и легкая. И она практически бесшумная. Ее вообще не слышно. Давайте сравним с моей старой щеткой. Она очень шумная. А теперь новая щетка. Ее вообще не слышно. Кстати, ребята, у нас в Инстаграме проходит конкурс на такую же щеточку, как и у меня. И условия этого конкурса очень простые. Вы должны подписаться на наш Инстаграм, на наш канал Сестрички Лайф, а также оставить комментарий под последним постом. Вы должны лайкнуть этот пост, а также написать комментарий, что вы участвуете. И кто-нибудь может стать счастливчиком. А если вы не хотите участвовать в этом конкурсе, но хотите получить эту щетку, то тогда вы можете ее купить. Ссылочка на нее в описании. Я включаю музычку перед сном. Сейчас буду переодеваться и спать. Вот я и переоделась. Раз, два, три, и готова. Перестелила свою кроваточку, любимая. Пижама. Как она называется? Ой, дождик идет. Я всегда сплю с моим любимым Мишкой. Всем спокойной ночи. Ну что, ребят, вот так вот проходит наш вечер. Не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на наш канал. И всем пока.